крадешь, движение какое-то. Вау, это все понятно. Так. Итак, повторяем, кто как может. И это Таня. Таня, ого. Вот это вы молодцы. Давай обратно. Классно. Подходите скорее к нам сюда. Подходите. Кружочек замыкай поближе. И достигай. Вот сюда, не стесняйся. Мы с тебя знакомимся. И у нас каждый называет свое имя и показывает какое-нибудь фирменное движение. Заходите скорее к нам, не стесняйтесь. Замыкайте кружочек. Двигайтесь, двигайтесь ко мне поближе. Вот, давай ручку. Не стесняйся. Итак, кто у нас дальше? Так. Алина. Алиночка, движение показывай. Оп. И как Алиночка все делаем. А Алина? Есть. Алина. Молодец. Так, как тебя, принцесса, зовут? Алисочка, какое движение? Ну, вы просто поражаете меня сегодня. Сразу с таких сложных. Ну, давайте. Алиса, оп. Молодцы. Так, как зовут тебя, дорогая? Настюша, движение показывай какое-нибудь. Любое. Самое простое, легкое, сложное, как хочешь. О! О! Жива тут? Нормально? Все хорошо? Падать нам надо? Нет. Не надо, нормально. Итак, тогда тройной поворот, да, как сделал у нас. Так, готовы? И раз, два, три, прыщ! Молодцы, супер! Так, как тебя зовут? Милочка. О, все запомнили, как была рука? Итак, и Мила. Есть. И еще одна принцесса. Аленочка, движение показывай какое-нибудь. Ой, на левую у меня совсем все плохо, тоже показывала. Ну, поехали. Так, оп. Есть! Молодцы! Ну что, друзья, а что там у нас? Богатырь тут стоит. Ну что, расскажешь нам свое имя? Расскажешь? Хорошо, мы тогда попозже познакомимся. Договорились? Итак, как зовут, может, расскажете? Саша. Александр. Супер. Сашенька, присоединяйся к нам обязательно. И мы с вами... А? Это брат. Чудесно. Ну что, друзья, скажите, готовы заряжаться хорошим настроением? А вы знаете ли, куда вы пришли вообще? Куда? На балет, конечно. Друзья, а скажите мне, пожалуйста, какой должна быть настоящая балерина и настоящий танцор? Какими они должны быть? Балеринами. Ну да, вот какими? Качество. Красивыми должны быть? Да. Так, сообразительными? Да. Обнимательными? Да. Ну и талантливыми, наверное, да. Конечно. Так, отлично. Вы, наверное, все такие, я так понимаю, если вы пришли. Это чудесно. Но, друзья, мы, конечно, с вами сегодня повеселимся, максимум оторвемся, но и, конечно же, позанимаемся. Наверное, вам уже не терпится погрузиться в мир балета и узнать, что же вас ждет на занятиях. Согласны? Да! Хорошо. Но для начала предлагаю немножко размяться. А ну-ка, скорее за ручки берись. За ручки берись, 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 берись. Ну что, а кричать вы громко умеете? Да! И всегда на переменах ребята ведут себя очень шумно. А ну-ка, шире расходись, ручки не разрывай. Шире, шире, шире. А теперь с криками... Держи, только не падай. С криками «Ура!» побежим в центр нашего круга. Готовы? И шире расходись, ручки не разрывай. И побежали. Ура!